А скамейку-то еще не затаскивайте. Интересно. Не сказала, все. Так, не они ли отвезти картошку? В прошлый раз картошку-то не они ли не завезли, почему же? А что-то не дали? Я дал, да, просто не сказал. Да, обязательно не завезли. Дадите мне картошку, да? Да, да. Все, ты договоришься, мы должны в пятницу 12 выезжать отсюда. Ранее всегда так было, да? Мама, здесь это. Проходите сюда. Ну все, делайте, что надо. Включай уже все. Соединяйтесь. Вызовите его на это. Виктор-то надо помочь, нет? Спасибо. И чтобы ему было видно, глазок направляйте куда надо. Ну там много, 110 прям по дрогам. 101 по дрогам много. Виктор Андреевич. Виктор Андреевич, что вы молитесь? Батюшка зайдет на готовое. Христос воскресе из мертвых, смертью снег поправ, и сущего гробе живого даровал. Христос воскресе из мертвых, смертью снег поправ, и сущего гробе живого даровал. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущего гробе живо даровал. Господь наш Бог, Иисус Христос, спасший нас воскресением Своим, прибудь с нами, благослови наше собрание, дабы мы всегда пребывали в Твоей истине, чтобы мы не уклонялись ни влево, ни вправо, но следовали строго по окровавленным Твоим стопам. Тебе слава воссылаем Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне прилично и во веки веков. Аминь.
Ну, о болящих. Пока батюшки нет, можем говорить, что болящих. Болящих у нас много. Сегодня слышали. Валера звонил, Сокольских болеет. Лена, его дочь, болеет. Вот у Насти, ребята, все болеют? Трое все болеют. А кто болеет-то? Иван, Ефросинья, Нестор. Простыли? Нет. Ночка у меня, Таисия, тоже болеет температурой. Никита хворает. Мы все, вся семья переболели. Никита вот последний у нас. Ну, дай Бог, чтобы на пользу ему, прежде всего, духовную была эта болезнь. Дорога на Потеряевку открылась. Загуляевы все уехали. Леонила, все от Потеряевки. Садись, огороды надо. Татьяна... Здесь она где-то? Дорога открылась. Вчера бы... Она была? Была. Сегодня тоже. Вчера и сегодня. Еще Лена болеет. Лена, да, тоже болеет. Тоже болеющие. Видите, много болеющих. Так что... Ну, я держу, чтобы хорошо. Так, на столе лежит автос, освященный пасхальный хлеб. Не оставляйте, все разберите. Вот. Кушается натощак, освященный хлеб. Еще раз напоминаю, что это не вместо причастия. Вместо причастия нет ничего. Выдумывать не надо. Вот. Освященный хлеб принимается, это было в монастырях, там освященный, потом его в субботу на свет. Глазок направляйте, кого снимают. Торжественно несут трапезную, разрезают, и братья всем раздают. Витя, позвать? Вот. Не хранят его вид. Виктор Андреевич, Виктора, зови сюда. Следующее, значит, в субботу вечером будет, это будет у нас что? Шестое? Седьмое. Татьяна Проспорова, значит, делает. Так, ну что еще? Ко мне какие вопросы? Есть. Березовку все выпили? Березовка кончилась. Кончилась. Ему свое время. Как выйдет? Выйдет на связь Сергей, сразу к батюшке, чтобы подойти. Я ничего не слышу, не говори мне. Серьезно, большие там у нас? Нет. Сейчас уже кончилось, все, ничего нет. Привезли мы сегодня 10 литров сока, пожалуйста, комиссия. Вот, на трапезу пейте все. Да, все сегодня попробуйте попить. Так, еще, какие ко мне еще вопросы? Кто домой возьмите, кто как. Ну, не было сегодня. Мы не успевали. Чем они на себя? Канистра, 10 литров. Ну, да как мы домой? Да не домой, у меня одна. Может, здесь баночку заедем. Здесь попейте. По традиции толкования на сегодняшнее евангельское чтение. Брат Сергей. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Евангелие от Марка, 15 глава, 43 по 47 стихи. Пришел Иосиф из Аримафеи, знаменитый член Совета, который и сам ожидал Царствия Божия, осмелился войти к Пилату и просил тело Иисусова. Пилат удивился, что он уже умер, и, призвав сотника, спросил его, давно ли умер, и, узнав от сотника, отдал тело Иосифа. Он, купив плащаницу и сняв его, обвил плащаницу и положил его в гробе, который был высечен в скале, и привалил камень к двери гроба. Мария же Магдалина и Мария Иосиева смотрели, где его полагали. Толкование. Блаженный Иосиф, еще служа закону, признал Христа Богом. Почему и дерзнул на похвальный подвиг? Не стал он размышлять, вот я богат и могу потерять богатство, если буду просить тело того, кто осужден на присвоение себе царской власти, и сделаюсь ненавистным у иудеев. Так, ни о чем подобном не размышлял сам с собою, но, оставив все как менее важное, просил одного – предать погребению тело осужденного. Получив тело, Иосиф купил плащаницу и, сняв тело, обвил ею, честно,
честное, честно предавая погребению. Ибо он был и сам ученик Христов и знал, как почтить владыку. Он был благообразен, то есть человек почтенный и благочестивый, безукоризненный. Что касается дозвания советника, то это было некоторое достоинство или лучшее служение и должность гражданская, которую имеющие должны были заведовать делами судилища. И здесь часто подвергались опасностям от злоупотреблений, свойственных всему месту. Пусть слышат богатые и занимающиеся делами общественными, как достоинство советника нисколько не препятствовало добродетели Иосифа. Имя Иосиф значит «приношение», а Аримафей «возьми оное». Будем же и мы, по примеру Иосифа, всегда прилагать усердие к добродетели и взимать оное, то есть истинное благо. Да сподобимся принять и тело Иисусова посредством причащения и положить оное в гробе, иссеченном из камня, то есть в душе, твердо памятующий о незабывающий и незабывающий Бога. Да будет душа наша, иссеченную из камня, то есть имеющую свое утверждение во Христе, который есть камень. Да обвием сие тело плащаницею, то есть примем его в чистоте тела, ибо тело есть как бы плащаница души. Божественное тело должно принимать не только в чистую душу, но и в чистое тело. Должно же именно обвить оное, то есть покрыть, а не раскрывать, ибо таинство должно быть покрыто сокровенно, а не раскрываемое. Евангелие от Марка, 16 глава, с 1 по 8 стихи. По прошествии субботы Мария Магдалина и Мария Иаковлева и Соломия купили ароматы, чтобы идти помазать его. И весьма рано, в первый день недели, приходят ко гробу при восходе солнца и говорят между собою: «Кто отвалит нам камень от двери гроба?» И взглянув, видят, что камень отвален, а он был весьма велик. И войдя во гроб, увидели юношу, сидящего на правой стороне, облеченного в белую одежду, и ужаснулись. Он же говорит им: «Не ужасайтесь, Иисуса ищите Назарянина распятого, он воскрес, его нет здесь. Вот место, где он был положен, но идите, скажите ученикам его и Петру, что он предваряет вас в Галилее, там его увидите, как он сказал вам». И выйдя, побежали от гроба. Их объял трепет и ужас, и никому ничего не сказали, потому что боялись. Толкование. Ничего великого и достойного божества Иисусова не помышляют жены, когда сидят при гробе и покупают мира с тем, чтобы по иудейскому обычаю помазать тело, дабы оно было благоухающим, а не издавало неприятного запаха от тления, и дабы силою мира, иссушающего и поглощающего влагу тела, сохранялось невредимо. Ибо субботами называли дни седмицы, а единою – день первый. Восстав, идут ко гробу и размышляют: кто отвалит нам камень? Но между тем, как они размышляли о сем, ангел отвалил камень, хотя жены не чувствовали того. Так и Матфей говорит, что ангел отвалил камень после
того, как жены пришли. Но Марк умолчал об этом, потому что Матфей уже сказал, кем отвален был камень. Если же Матфей говорит, что ангел сидел на камне, а Марк, что жены, вошедшие в гроб, увидели его сидящими внутри, то сим не должно смущаться, ибо могли они видеть ангела, сидящего вне на камне, как сказано у Матфея, могли видеть опять же его внутри гроба, как у упредившего их и вошедшего туда. Петра отделяет от учеников или как верховного, именуя его особо от тех по преимуществу, или вот почему. Так как Петр отрекся, то если бы жены сказали, что им велено возвестить только ученикам, он сказал бы: «Я отрекся, следовательно, уже не ученик его, а потому Господь отверг меня и возгнушался мною, поэтому ангел и присовокупил». И Петру, дабы не смутился Петр той мыслью, что будто он не удостоенный слова, как отрекшийся, и потому уже недостойный быть в числе учеников, посылает же их в Галилею, отводя их от смятения и великого страха со стороны иудеев. Тогда объял жен трепет и ужас, то есть они поражены были и видением ангела, и страхом воскресения. Боялись они иудеев, или одержимы были страхом от видения того, что как бы потеряли разум. Поэтому и ничего никому не сказали, забыв все, что слышали. Аминь. Спаси, Христос. Что такое кредо? Запрет. Да ну. Что такое кредо? Запрет. Что такое кредо? Нет. Перевод. Вот меня также спросили, а какое ваше кредо у вас, православных христиан? Когда мы еще начинали только занятия в университете, подошел ко мне один из присутствующих на занятиях, молодой человек, симпатичный студент, и спрашивает меня: а какое ваше кредо? А я знаю, что такое кредо, что это верю, да, вот вера, да, но вот чтобы знал уже символ веры, но не смог ему ответить. И мне потом так было стыдно, что я вот свою православную веру не мог, так сказать, вот определить в этом слове. Кредо. Символ веры-то все знаем же, да? Да. Вот. Я почему говорю о символе веры, символы веры. И когда мы с кем-то разговариваем из людей о нашей вере православной, хотим благовествовать, благую весть нести, то мы должны, если разговариваем с сектантами, например, мы должны знать, какова их вера, что они, во что они верят, во что не верят. Так ведь? Так же и с атеистами. Вот мы должны говорить, зная, в чем их... Вот кажется, мы все знаем, да? Что атеисты, они не верят в Бога. И все. А дальше что? А дальше я вот и хочу вам предложить. На сайте «Доктор на работе» один из православных докторов написал символ веры атеиста. Здесь перечисляется коротко, так же, как в нашем символе, 12 вот пунктов. 12 пунктов нашего символа веры. И здесь также перечисляется, во что верят атеисты. Для чего? Для того, чтобы нам знать, как с ними беседовать. Я уже несколько раз показывал этот вот символ веры, именно атеистам. Они сами, вот конкретно, чтобы вот перечислено было, во что они верят, ну, не приходило им на ум. И они, да, и они начинают сомневаться уже в своей вере. Атеистической. Веруй в единую слепую эволюцию, что Вселенная сама по себе выпрыгнула из ничего и сама себя стала развивать, несмотря на увеличившийся хаос. Веруй, что в результате случайного из хаоса возник космос, из смерти жизнь, из безумия разум.
признаю теорию большого взрыва, сотворившего небо и землю, и все видимое и невидимое, и единую эволюционную гипотезу от сингулярной точки через звездную пыль и амеб к Дарвину до Опарина, ими же все было создано. Они для нас, высших приматов, и нашего просвещения ранее создали и развили гипотезу, и обосновали ее в терминах физики и биологии. Веру в эксперимент, теорию, подтверждающую от теории к практике переходящей, что говорит языком фактов. Верую в единый, святой и вселенский научный метод. Также верую, что вселенная наша возникла совершенно случайно, и при свидетелях отрицаюсь подозревать разумную волю в ее сбалансированном порядочном устройстве. Верую, что жизнь на Земле зародилась самопроизвольно с первобытного бульона, ничем к тому не будучи принуждаема или предрасположена. Верую, несомненно, что я произошел от обезьяны, как это открыто великим пророком Дарвином и последователем его. А на Эпаче твердо верую в то, что жизнь наша и мира нашего бесполезна и бессмысленна, что приходим мы ниоткуда и уходим никуда, и нет никакой принципиальной разницы между человеком и песчинкой, затерянной в краю Вселенной. Исповедую гуманизм, либерализм, политкорректность и свободу слова. Ожидаю превращения в гумус и тепловой смерти Вселенной. Это юмор, но это жизнь. Ну, в принципе, это вот все перечислено, во что веруют атеисты. Черви, все. Они же так говорят. Это же шутка. Как шутка. Так вот, знаете, что кредо, слово кредо, это означает верить, вера, именно вера. Символ веры нашей и заключается в этом. Если вы будете говорить, можете предлагать этим атеистам вот этот символ веры. Гумус — это же не дерьмо. Гумус — это плоть, да, это персть земли. Это персть земная. Поэтому как тут это на полном серьезе. Да, 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 на полном серьезе. Никакой тут не шутка. И еще хочу вот... Это для нас. Мы время от времени стали в последнее время говорить о теории, что наша Земля плоская. Но для меня это абсурдно. Изначально казалось бы, да, вот что я вот воспитан. Я читал еще в школе Джордана Бруно, его вот биографию, как его сожгли на костре, как он путешествовал по Европе, доказывал, что... Земля вертится, круглая. Гелиоцентризм. Да, да. И что Галилео, что он в свое время тоже отказался от своей гипотезы, что Земля вертится, но потом в конце опять признал, что она и все-таки она вертится. Он не отказался. Кажется, была такая информация. Ну, была, да. Когда его прижали, потому что... Однозначно. Да. Ладно, но он не отказался. Вот, значит, он написал трактат. Для меня это абсурдно, но... Вот понимаете, с любым человеком, как с атеистом, так и с человеком, который исповедует вот это вот, признает, что Земля наша плоская, с ним нужно говорить уважительно и понять, почему он так думает. Вот почему? На основе чего? И не вешать ему ярлыки, да ты бестолковый, да ты безумный, да ты вот такой-сякой. То есть сразу прекратить нашу беседу с ним можно... Потому что она будет бесплодна, и он останется при своем мнении, а мы при своем мнении останемся. Я совершенно согласен со всеми доводами научными, которые говорят о том, что наша Земля круглая все-таки, имеет шарообразную форму. И для меня это абсолютно истина. Но эти люди, кроме всего прочего, кроме этих научных фактов, они еще основывают свою веру в то, что Земля плоская, на Библии. И вы знаете, вот, ну, не зря же Джордана Бруно сожгли на костре, это потому что эти научные ученые-то, они ведь выходили-то из монахов в основном. Они в стенах монастырей изучали, занимались наукой в том числе. И они потом видели, как-то соотносили то, что происходит в мире, какие-то научные эксперименты проводя и соотнося потом с тем, что написано в Священном Писании. Они как бы противостояли тому, что написано в Священном Писании. Поэтому их и сжигали-то на кострах. Сжигали-то их кто? Те, кто был у руля, что называется. Церковная иерархия, естественно. Так вот, здесь вот собраны стихи Священного Писания, которые якобы доказывают, что Земля плоская. Игнат Тихонович, к вам вопрос. Как наиболее лучшему знатоку Библии. Есть ли стихи в Библии, которые доказывают, что наша Земля шар?
Третья книга Ездры, 11 глава, 32 стих. Написано, и царство его будет на всем земном шаре. Вот, вот такими словами. Это единственное место. И не надо говорить, перевод неправильный. Это звучит на всех языках одинаково. Шар. А тут начинает, а даль говорит значение слова, произношение. И говорит, это ну, шаровое покрытие крыши или что-то. Но нельзя это применять к земному шару-то. Даль-то не занимался не структурой земли. А что означает это слово? Какие пословицы? Их даже не найдешь сейчас в словарях, когда такие были. Он говорит, я скажу, Рохли. Рохлин был генерал. А что это Рохли? Это такая распустеха. Лохудра. А что означает лохудра? Это значит, непричесанная бабенка выскочила на улицу. Мы с отцом выгоняем коров. И какая-то там хозяйка-то корову не подоила, выскочила. Ну, выгоняет-то в одно время. Отец, лохудра проспала. И отца нету. А мы должны выгонять. Пошли. Мне там 5 лет, брату 10. И такая же была. Мы тоже проспала лохудра. Она на нас такие глаза. Но такие слова-то говорят, кто пониже чином-то. А мы слышим и думаем, это нормально. Матерков-то не было. И поэтому удали на все, на все есть слова. Их применять к этому абсолютно никак нельзя. Вот я почитал вот эти стихи Священного Писания, и мне кажется, что просто так же, как вот сектанты начинают по-своему толковать, не в понятии, в понимании святых отцов. Поэтому и подгоняют как бы вот эти стихи Священного Писания под свое понимание того, что земля плоская. Брат, у тебя много времени, посмотри, пожалуйста, эти стихи, может быть, как-то ты нам их определишь. Там, кстати, есть ссылка на книгу Еноха. Есть такая? Она среди непризнанных. Это апокрифы. Апокрифическая книга. Не, ну тут не апокрифы, тут первое паралипоменоны. Нет, там дальше есть ссылка на эту книгу Еноха. А, ну ссылка, понятно. Да, причем у него три книги у Еноха. Первая, вторая, третья. Здесь. А, ну это, тут Игнатий Тихонович может пояснить. Давайте я прочту. Вот допустим, Псалом 103.5. Ты поставил землю на твердых основах, не поколеблется она. Во веки и веки. Кстати, батюшка как раз говорит, это произносил. Я еще думаю, о, на этом стихе как раз они и строят все. Столпы там, основы, твердость, это все. Когда говорится о творении мира, то Василий Великий в Шестоневе говорит, где написано вода, так и понимать надо вода. Где земля, там земля. Они это место берут из Василия Великого и на этом теперь застолбили. Ну, не так же понимается теперь-то. Ну, вот мы читаем Евангелие от Иоанна, 7 глава, 37 стих. Иисус говорит, кто жаждет, иди ко мне и пей. Это любая, которая квасом торгует, она может сказать это. И далее, сие сказал о Духе Святом, которого имели принять верующие. А как же Василий Великий? Да Василий Великий не об этом говорит, о творении. То есть, тут дело не в земле. Дело в том, что это ложь. И ложь всякая от сатаны. Он лжец, отец лжи. Я с этими людьми знакомый выходил. Вот которого они там держат, там какого катастонного там называют, там еще. Ну, я неправильно фамилии даже назову их. Они мне не нужны. Но я их прослушал не один ролик и увидел. А они насмешники. Есть такое слово, не насмешник, а смехач. Вот особенно это свойственно еврейскому народу. Смехачество. Ну, Аркадий Райкин, ну по порядку возьмите. Задорнов сейчас там помирает, лежит. Как он все высмеивал? Это никак. Нельзя отринуть-то. Если человек верит в ложь, сатана никуда не ушел. Ложь – это смерть. Ложь – это братание с сатаною. Откуда известно? Евангелие от Иоанна 8:44. Ваш отец – дьявол, ибо он человекоубийца и лжец. То есть где ложь, там и обман. Обман в убийстве. Не я убил, не я погубил. Убийство и ложь – это тандем, они идут вместе. Ну, человек говорит, ну что я маленько поспал, не попостился. Да неплохо, что ты не попостился-то. А плохо то, что вопреки заповеди Божьей, вопреки того, что оружие сатана выбил из рук, пост и молитва. А монахи говорят, дороже поста и молитву, послушание Авве. То есть сатана подошел. Дороже оружие Божие, притом единственное оружие против сатаны. Не то, что я вас хочу за рога и сверну. Не получится, он тебе рога свернет. И вот здесь, когда мы считаем, всегда надо помнить, это ложь, которую люди придумают, что земля тарелка там или квадратная, она на столпах. Это означает, она твердая,
основана Богом. Но основал на водах. На водах основал, написано. На водах или на столпах? Столпы сравнения. Это надо же понимать. Гиперболическое выражение, чтобы показать, как это было велико и славно. И народ израильский воскликнул, ковчег пришел, и земля содрогнулась. Никуда она не содрогнулась, ни один листик никуда не делся. Или горы увидели и прыгали, как овцы, и холмы, как агнцы. Ну, никто не прыгал, ну, что ты такое-то уж совсем-то? Ну, речь об этом идет. Об этом разве речь-то идет? Речь о радости, которая испытывает природа. Если можно было прыгать, горы бы прыгали. И вот здесь с этими людьми, когда познакомился, они отвечают, в интернете самое большое число последователей у них было, кажется, в 2014 году, 2500 человек, которые поверили в эту теорию. Во всем мире сегодня не миллион, а миллиарды учеников, все до единого знают, учатся и знают, что Земля – это в космосе, что она ведь Земля, не центр, а центр там, в другом месте. А как эти люди, а им это нужно доказать? Мы говорим, теперь легко говорить. Легко говорить, а почему Челленджер погиб? Какой Челленджер? Ну, 7 космонавтов в Америке полетели, так никак никто в космос не летал, то есть за это ложь не другое. Я говорю, 254 космонавта уже было во всем мире, которые были. Ну, может, цифра маленькая там, некоторые не занесены в список, ну, примерно 254. Я с таким человеком разговаривал, он говорит, вы что, так и верите, что летали? Это масоны придумали деньги выкачивать. Масоны придумали. 2,5 миллиона человек в отдалении стоят там километр, два, и смотрят, родственники их залазят в космический корабль. Вот он поднимается, и вдруг взрыв, и все погибает. После будет исследование, и найдут причину, какая. Какая, что здесь был заморозок, он застыл, и теперь резкое расширение, и как это повлияет. Температура там разогрета на 1000 градусов, и на высоте примерно... Тут данные не знаю какие, но может быть 12 километров, 13. Там идут потоки в разных направлениях воздуха. Раньше никто про это не знал. Воздушный шар поднялся, куда ветерок дунет, туда полетел. А когда Конюхов облетал вокруг земного шара, Федор, теперь он священник даже, он, за ним следили здесь станции. У него был пункт управления. И они говорят, сегодня в этом направлении на высоте 9 километров, 9 струя воздуха идет туда. Струя воздуха не такая, как на Земле. 400 километров в час. Его шар подхватил и несет, ему надо в Австралию, а его несет в Антарктиду. И мимо Австралии ему говорят, опустись на 1 километр ниже, и прямо на Австралию повернет поток. Потоки в разных направлениях. Кто бы это знал? Они, так вы верите, что Конюхов летал? Никуда он не летал. То есть это нигилизм. Я говорю, ну он живой. Так что он врет? Конечно, врет. То есть... У них все перевернуто в сознании, все лгут, все масоны. Но масонам какая выгода, что Земля плоская? А зачем рассуждать об этом? Здесь рассуждать не надо. Да. То есть им ничего нельзя доказать, почему дух лжи вошел в уста. В уста или в сердце проник, я это не знаю. Об этом говорится в третьей книге Сарс, когда нужно было погубить Ахава, Бог совершает совет и говорит, как его увлечь, вытащить из Кремля-то его, чтобы он вышел на фронт. Гитлер не боялся, ставка у него была там в Белоруссии, где Сталин-то шага никуда не сделал. Вот его вытащить надо было оттуда, а здесь бы легче расправиться. Он за стенами сидит там, этот упырь, ты говоришь, и пьет кровь. И вот здесь точно так же советуют разные. Один дух говорит, а я войду в уста всех пророков, не написано же пророков, пророков. И все будут говорить ложь. А сколько пророков было? 450. Так это все средства массовой информации будут лгать, конечно. Политологи врать будут. Все врать, и Жириновский, все утонут во лжи. Господь говорит, иди и сделай. Они будут думать, что действительно от Бога. А все-таки у царя сердце неспокойно. Он говорит, может, еще есть пророк какой-нибудь? Есть один, но я не люблю его. А почему ты его не любишь? А он обо мне хорошо не говорит. Он не сказал, что обо мне правду не говорит. А кто это? Михей, сын Имвлая. Не надо его сюда. Я не хочу позор терпеть. Он все время против меня говорит. И не надо, Саш. Скажи, пусть сходят за ним. Послали посыльного из епархии какой-то. Выскочил там секретарь. Идет, сердце радостное, победа будет. Ромов Галатский завоюем. Теперь Крым
все это самопровозглашенную республику и Украину отнимем, то есть они все говорят, Одесса наша, Харьков завоюем, а им один Киев оставим, это я образно говорю. И он пришел, Михею говорит, все единодушие говорят, пусть бы твое слово согласное было. Знаете, праздник Победы будем, 9 мая установим. Скажу, что Бог скажет. Вот и все. Что повелит Господь, он один. Ну, тот, конечно, сник. Пришли и так, идти и не идти. Это-то я понимаю, какое он до содрогания думал. Ну, хоть бы один раз ты при людях-то не позорил меня. Ну, скажи ты правду, что я избранник народа, меня любят люди, я буду избираться на 10-й срок. Ничего этого не будет. И он говорит, вижу, овец Израиля по горам, а пастыря у них нету. А ему все подчиняется, синод, победоносцев, царь Николай стоит там, я к примеру скажу. Он сразу же, я говорил, обо мне не будет говорить хорошее. Да об тебе даже речи нету, но ты взял под свое покровительство церковь, ты ее спонсируешь, ты платишь священникам, а они не заботятся, они жируют, пузо отъедают только. И что? А как ты узнал? А я видел, был на небе совет. И один так дух говорил, другой иначе. И один дух говорит, я войду в уста всех твоих пророков, всех твоих причиндалов, и все будут лгать тебе, чтобы увлечь на погибель. Арестуйте его. Все кончилось. В одном месте он даже говорит, однажды пророк, обличал вот так. А тот говорит, замолчи, чтобы тебя не убили. Говорит, понял. Ты согрешил? И не каешься, обличение не принимаешь? Я понял, Бог решил убить тебя. Вот приговор так, где Кабайну, когда мы не слушаем это, по слову Божию. И случилось так, как есть. Царь-то сделал себе ограждение. Как? Выйдем на фронт, когда я переоденусь, буду как бы рядовым, а ты возьми на себя управление, там, ну, Эйзенхауэр возьми, там, Черчилль, а я где-то спрячусь здесь. А тот царь дал указание, тот сирийц идет, ни с кем не воюйте. Только все силы бросьте в эту ставку. Москва в первую очередь должна пасть. Главная ошибка Гитлера. Он раздвоил армию здесь. Вот в этом была гибель его. Это все повторяется здесь. Они сбросили, сказали Сафатам. А я Сафат закричал, царь-то иудейский-то. И Бог услышал, и у них глаза открылись. Так это же не Ахав. Но один воин случайно натянул, случайно стрела полетела. Тот в это время случайно нагнулся, а у него надет это бронированный на нем был. И случайно это раскрылось, и стрела точно туда попадает. Да не бывает случайно. И с поля боя вывезли, и к вечеру он умер. И блудницы омывали, псы лизали кровь, что пророк Илья сказал. И надо знать, что если люди, которые не понимают этого, я добавлю, но нигде в Библии не написано, что дух лжи вышел из уст их. Эти люди, которые вот так ведут себя, или у них связано с волшебством было, с блудом. Я главной причиной, я много исследовал. Это, как правило, невенчанные браки, там что-то. Я разговариваю, тебя случайно не привораживали? Да, было, какие-то мешочки подвешивали, чтобы там ведьма одна, чтобы я пришел домой, к жене вернулся. Так вот оно откуда. Убедить можно? Нет. Ты смотри по блеску глаз, как он говорит, человек. Ты многое увидишь. Мне приходилось таким говорить. Не где-то у меня в комнате. Я говорю, это ложь. Как ложь? Это вы обманываете. Он сорвался, и тогда это ты лжец на меня. Я говорю, я не спорю никогда. Я должен возвестить истину, зная ее. Его сразу же Господь поражает. Он говорит, да нет, я заболел. Он сразу прячется под одеяло. Здоровый, крепкий мужик, и два дня лежит, не вставая. Два дня. Я говорю, ты хочешь узнать, почему? У меня за стенкой один человек живет. Если... Этот человек спорил 50 раз, 50 раз она была больная по полтора-два дня. Ее обследует врач, вот стоит, все говорят, у нее болезни никакой нету, это внутренняя, внутри. Беда в том, что дух лжи, он притягивает подобных. Эти люди верят Стерлигову, тот схватил денег, отошел, он все лжет и лжет. Славик Крашенинников говорит, что там динозавры под землей, они выйдут, пожирать будут. И они верят на полном серьезе. И вдруг появляется книга Еноха. Книга Еноха. Это название ее книга Еноха. Енох никакого отношения к книге-то не имеет. Ну а как же у Иуды написано, 7 от Адама Енох сказал. Да, сказал, но почему ты решил, что это в книге где-то написано? Сказал, но не написал. Они даже не хотят читать правильно. Там приводится как бы цитата. Это цитата из послания к Иуде. Это есть. Но какой? Енох сказал, все грядет Господь со тьмами ангелов судить мир. Грядет?
и будет потоп, и погибнут люди. Он больше ничего на потопе не сказано, но грядет Господь. Они это берут и к этой апокрифу, которая апокрифическая книга, церковь ее имела в первом веке, она ее сожгла и выбросила. Но экземпляр сохранился. И теперь они его обнаружили в 20-21 веке. И вот там написано, что эти падшие демоны, это сыны Божии бывшие. Они стали входить дочерям человеческим, совокупляться с ними. И тогда разделились гиганты, ну, высотой там 1,5 километра или сколько. Такие люди были. Ну, такая бредня, слушать там нечего. Как бы они осеменились, женщины, без семени, то в утробу попалось и семя, она не может забеременеть-то. А у дьявола-то нет семени, а он воплотился. Это сумасшествие. Воплотился только один Господь Бог, Сын Божий. Ни один ангел воплотиться не может. Они не понимают, тут идет ложь на ложь. Я говорю, ну вы же прекрасно знаете. Он уже не понимает ничего, человек. Он глаза закатывает, как в обмороке, паморок. Я говорю, не может быть этого. Ян Златоуст говорит так. Это все бредни пьяных старух, что сходили падшие ангелы, входили к дочерям человеческим. Это место толкует так. Они уже ничего не бьют, ни Златоуста, никого. Но земля же на столпах стоит. Это означает, она твердая. Ну а если ты хочешь знать, то столпы колеблются. Там написано в другом месте. А как? Землетрясение, спитак. Смотри, сколько погибло. Земля тряслась волной, колебания было прокинут город Ашхабад. Сколько? Сколько? За 11 секунд 120 тысяч погибло. На столпы что, рушатся? Нет. Бог гнев показывает свой. Но на все надо смотреть так, как Дух Святой заложил. Если он ссылается, ни на одно место не ссылается. Он край земли. Значит, у нее есть край. Но до края земли это Бог выражает. Он на край земли находит 18 мест Библии. Сейчас легко искать, поисковик библейский. Где край? И проповедует до края земли. До края земли. Почему апостолы не проповедовали в Америке? Почему в Австралию не поехали? Для них край земли был размер Римской империи, в которой насчитывалось, это как шенгенская зона сегодня, границ нигде не было, по завоеванным государствам, 120 миллионов, все. На сегодня это 120 миллионов в одной России только. А в мире это 7 миллиардов. И они дойдут до края земли, где? И говорит, Господь смотрит, если нечестивая, заря берет, стряхивает землю за края земли. Ну что ты совсем не понимаешь? Ну мы же так же говорим. Восход солнца. И пишут в печати. И кто пишет восход солнца, все знают, никакого восхода нет. Просто поворачивается земля и видно к солнцу. Но это же мы привыкли говорить, и Господь говорит языком, который нам понятен. Господь говорит в степени, в которой мы якоже мажаху. Он якоже мажаху, он бы больше показал, но больше нельзя показать. Вы умрете. Не можешь, чтобы Бог показался человеку. Он увидел и не умер. Он обязательно умрет. Поэтому Моисею сказано было, за скалу зайди, в ущелье там этом скройся, и Господь славу увидишь, но только с задней стороны, не спереди. Ну ты маленько во внимание возьми, доказать ничего нельзя, это дух лжи. Поэтому об этих людях я всегда молюсь, отгони от них духа лжи. Это не только это. Человек даже этот, у нас бывает, принял крещение, а теперь приходит, а ему кто-то сказал, а как же католики там, кисточкой покропил, крапленое. И он и не верил, сейчас верит в это. То есть это идет отречение. Меня спрашивают, а до какой ступени они могут лгать? Отречение от Христа. Дух лжи к этому подводит. Обязательно. Далее, отречение от христианства верить нету. Даже переход куда-то в другую, может, в мусульманство или куда-то. И отречение от православия. На этом не останавливается сатана. Эти люди страдают, мучаются. Сами по себе, притом, бывают очень хорошие. И что нужно делать? Батюшка сказал, что сказал, то и делать. Оказать любовь. Дело не в земле, еще раз повторяю. Не объясняйте, это не надо. Вы говорите, кредо какое, сколько символов. Первый было, допустим, 11. Церковь приняла один. Мне не надо 11 знать, мне надо один знать. Мне не надо, какие книги. А теперь Евангелие было 20. Евангелие это не 4, а 20. Евангелие Басилиска, кто читал? Евангелие от Фомы, Евангелие от евреев. Церковь признала апокрифы и сбросила. Мне не надо их искать. Что Исеи сказали? Мне не надо это знать. 77 книг, полнота 77. Мне этого достаточно. Я этому отдал 54 года. И у меня такое впечатление, что я сегодня первый раз Библию взял в руки. Притом нигде не мудрствовал. Как вот Павел Флоренский, там Александр Мень, они залазят такие дебри, даже протопоп Авакум, четвертое лицо Троицы, София, софианцы. Я никогда ни одного шага в этом направлении не делал. Святые отцы,
Благодарю Господь за святых отцов. Они это сказали. Символ веры креда. Никео, Стареградский символ. Все на этом. Ладикийский собор указал, какие книги. Первое время в Новый Завет даже ходили 4 послания, как кажется, этого Климента Римского. Пастырь Ермы даже, кажется, входил. Но церковь их отдельно выделила. Они в церковной литературе, но не дальше. И поэтому мне легко всегда, я не один. Вот представьте, у меня знакомый хороший митрополит, 4 епископа. И мы отдельно где-то собираемся, они даже не хотят, чтобы меня видели. Видели, вот я в Москву приехал, ночью 3 епископа пришло разрешить свои вопросы. А я никто. Епископы, Московской патриархии или какие? И никто не знает это. Зачем? А зачем тебе знать? Их уже и нет живых. Бог это делает. И когда ты веришь Богу, молишься, дух лжи не может ничего с тобой сделать. Он подходит ко мне, знаешь, профессор в краевой больнице, Виктор Андреевич знает. Он хотел меня видеть, чуть ли не татарином по национальности, да? Да. И он ко мне пришел, меня привезли на операцию. Он прямо в коридоре подошел, поздоровался. Видно, что, ну, профессор, это не просто так. Стали говорить, я ему отвечаю местами Писания. Уже минут через 10 он говорит, а вы своими словами можете говорить? Вы что-то цитируете, как цитатник Мао Цзэдуна. А зачем? Я говорю, лучше божественная мудрость, чем самобытная глупость. Есть такое выражение, это не надо делать. А я думал, вы... Я вам сказал, вы хотите меня выбросить за ограду, на ту сторону. Я вас узнал сразу, кто вы. А кто я? А в раю кто к Еве подходил? Он самый и есть у вас. Вот Виктор Андреевич знает, он меня на него навел. Я уже слышал этот голос. А? Я уже слышал этот голос. Да, слышал я. Я говорю, слышал, я знаю, откуда этот голос идет. Поэтому этих людей вывести из этого состояния доказательств никаких нету. Нету доказательств вообще. Я ему показываю, вот Гагарин был. И вы верите, что Гагарин летал в космос? Ну, конечно, верю. Весь мир принимал его. У него грудь-то была, как у Жукова, вся в орденах-то. И следили за ним. В это время, когда все это было, я служил в армии, в ракетных войсках, из флота туда перевели. СЕФ называется, станция единого времени. Мы единственные, кто знали, что там летит, а еще не сел. Наши станции следили. Мне не надо доказывать это. А как? А это где-то рядом, там в кустах, станция Пикало. Вот ты вообще не знаешь, о чем говоришь. Итальянские двое братьев знают всех, которые погибли до Гагарина. До Гагарина 12 человек там, говорит, погибло. И они их предсмертные голоса слышали и записывали. Ну, открой просто, в интернет зайди. Два итальянских брата находили, а в Америке не могли достать. Я говорю, здесь, вот посмотри, на Луне как были. На Луне? Да вы что? И там доказательство. Флаг висит прямо, а ветра нету. Это специальная материя была сделана, чтобы нитки не сгибались. А там же ветра нету, он опустится, а нужно показать, что перпендикулярно штоку стоит. Они не понимают. Да это в штате Невада, там шли такие опыты, они шли опыты. Но советские это станции следили за ними, они когда были. И когда садились там, я когда Нэй Армстронг первый был. И когда увидели, что там камни, и он сдвинул модуль в другую сторону, лавины, инфаркты по Америке пошли, кто следили, и люди ахнули, он разбивается. Но он успел передвинуть лучший астронавт Америки. И увел ее на 500 метров и посадил. Нельзя было даже секунду лишнего тратить горючее, иначе они не взлетели бы никогда. Этого не было ничего. Это масоны делают, чтобы деньги выкачивать. Я пытался со всех сторон подходить. И, наконец, я считаю, на молитве мне это открыто. Я нашел, как можно им доказать. Я сказал, сегодня я тебе докажу. Земля круглая, земля шар. Я тебе докажу, и ты поверишь. Но только перед тем, как доказывать, если я тебе докажу, распишись. Ты больше... Не будешь эту ложь трогать, и мы помолимся, чтобы дух лжи из тебя вышел. А что такое? Я говорю, нужна идеальная поверхность. И чтобы она-то ровная была, вот мы стали, и километров на 6, ту сторону, 6 туда-сюда, на одном уровне даже сантиметра не было выше. Так такого нет на Земле. Есть одно место, только одно место. И я там был. А где это? Байкал. Окруженный горами. Когда он застынет, абсолютно ровная поверхность. И теперь давайте отойдем от берега на 6 километров. Я говорю, сейчас прямо встаем, едем и туда. Ну, в гостиницу там, да, можно машину нанять. И там ночевать будем. А 6 километров от берега. А зачем 6? А вот в чем дело. Если человек 1,75 м, ростом его,
то он может видеть вот такую красную книгу, которая там лежит на льду, на расстоянии 4 километра 800 метров. Дальше он ее не видит. Он не видит. И мы это сделаем, рамочку 2 на 2 метра, обтянем она, чтобы маленькая была, ну так. И с собой табуретку возьмем. Если земля плоская, то ты видишь 4 километра, ты мне по телефону говоришь 4. Я говорю, 4700 видишь? Да как рядом? Бинокли возьмем, морские, мощнейшие. 4800 вижу. Теперь я 50 метров. Нет, а куда делать? Так она же горбатая земля. Теперь это горизонт, называется горизонт. А он горизонт не принимает, этот человек. Ну ладно, горизонта нету. Но почему не видно? Куда она делась? Ну, это далеко, поэтому не видно. Это когда испарение, зима, испарений никаких нету. Температура на улице 15 градусов мороза. Куда делась? Теперь обхожу с той стороны. Точно 4800, видишь, 4850 скрылась. Почему? Горизонт одинаковый. Поехали сегодня. Он попятился назад, этот человек говорит, не поеду. Я говорю, вот и все, дух лжи, я все-таки нашел, где его обуздать. И теперь, а если я поднимусь на лестницу, на лестнице 10 метров, тогда будет видно на 11 километров. А там все равно скрывается. А если вот самолет летит, самолет 10 километров, на 1500 километров видать будет. Но таких озер нету. Это уже высчитали. Ну, земля, видно, какой ее, как шар. Очень легко. Поехали. Нынче зимой я это делал, решил поехать. Поехали. Нет, почему? Дух лжи говорит, не надо. Скажи, что против? Я масон. Но ты сам будешь смотреть бинокль. Теперь у тебя такой же здесь... Ну, мы как сделали 2 на 2 метра, обтянули красной материей, ну такой, чтобы не больше было. Но если он выше будет, то на 4 километра 870 метров, потому что ты выше поднялся за горизонт. Теперь мы смотрим. Вот этот корабль ходил в Сирию, адмирал Кузнецов. И показано его сопровождающие, которые идут, там видят английские, французские корабли, и которые подальше. Их, которые ближе... С мачтой видно, а которые дальше не видно, видно только одни мачты стоят. Я говорю, почему не видно? Где корабли-то? Ну, то есть они за бугром-то они спустились, а мачта торчит. Мачта это вот, больше нету толщины ее. А корабль 150 метров длины, его не видно. Куда? Он за горизонтом. Нет, это из-за того, что, ну, не видно далеко. Я говорю, только бинокль. Корабль 150 метров не видать, а мачта, ну, 40 сантиметров видать. То есть доказать ничего нельзя. Почему? Дух лжи. И поэтому не пытайтесь, себя не раззадоривайте. Я до конца дошел, мы тогда сели, я говорю, давай, не будем касаться стерлигов никогда, горизонта, на какие темы. Сатана его повел другими путями. Мы подписали, чтобы не трогать, работай, ты хороший человек. Все. Но эти темы мы обошли, кажется, 10 пунктов, которые мы обозначили, уже 10. Я говорю, ну он тебя на этом не оставит. Уезжает книга Еноха. Это не все. За книгой Еноха, книги Иисеев, кумранские свитки. Дальше ты начнешь одно за другим. Дух лжи. Он очень талантливый. Он не спит. Он видел, что было на небе. Он знает, как поклониться, а как возвел Господа и сказал, все царства мира дам до края. Как он мог показать развернуто? Да у Бога нет это свернуто-развернуто. У Бога нет вчера-завтра, у Бога только сегодня. Один день как тысяча лет. Как понимать? Масоны все это сделали. То есть Библия переведена неправильно, то есть прямо уже, хотя все время как бы ссылается. И ссылается ни разу правильно, нигде этот человек сослаться не может. Земля, сотворенная Богом, и разницы нет, она кривая там или какая. Она, я тогда выдержку делаю, Михаил Васильевич Ломоносов. Он говорит, неразумные люди, которые путем циркуля пытаются измерить нравственность. Циркуль дан для того, чтобы узнать Землю, там, космос. И есть люди, которые псалтырию пытаются понять устройство Земли. То есть есть книга нравственная и книга природы. Две книги. Это все. А вы перепутали все. Определять, какая Земля, нам не надо. Это уже проверено. Если ты это отрицаешь, тебе нельзя ничего объяснить. Ну, допустим, Земля плоская. Ну, образно сказать. Вот я беру, ну, 1000 километров туда, 1000 сюда. Солнце одно. Солнце на каком расстоянии? Ну, мы знаем, 125 миллионов километров. Они говорят, нет, это на расстоянии 7000 километров только. Ну, 7000 километров, какая температура? Ну, он не знает, человек, это ничего. Если она была на расстоянии 7000 километров, ровно через 1,5 минуты Земля бы сгорела. Ее не было бы. Ты понимаешь или нет это? От одного излучения бы. Вот
чтобы понять, что на Солнце за температура, теперь подсчитано. За одну секунду, раз, два, три, это же три секунды будет. Если всю Землю покрыть льдом, всю, весь земной шар, толщиной в 1 километр, за одну секунду весь этот лед растопляется вокруг Земли. Он ничему не верит. Ученые, я говорю, такие ученые, да это же все обман, никаких этих... То есть абсолютное полное отрицание. Вспомните Воланд, когда разговаривает он, там Галкин играет. И Бога нет, нет. Ну дьявол-то хотя есть, а дьявол рядом сидит. Дьявола? Нет дьявола. Что это за день такой? Ни Бога, ни дьявола нет. Но дьявол есть, а он сидит рядом с ним, Воланд играет, там Басилашвили играет его. Ну кто смотрел «Мастера Маргарита»? Да. Куда делся? А вы вспомните, когда Хаттабыч, пацаненка-то научил говорить, как? И, а он верит так. И он пришел сдавать экзамен, то учителя сидят, директор, а он в портрет влепился, Хаттабыч-то, и трясет там этой жиденькой бородой, и слова его вкатывают в вольку-то этого. И он отвечает: земля, это такая, как плоская, учителя на него глаза такие. А он ему толкует, и на краю земли живут плешивые люди, ученики, ха-ха-ха, все. Ну, директор решил так, ну вы же знаете, что она круглая. Это правильное мнение. А он раззадорился от Хаттабыч-то. Никакая она не круглая, единственная верная, она плоская земля. И этот пацаненок вот это, и она плоская земля. И тот замолк, он так, ну как поставлен фильм, то есть дьявол на минуту отступил, Волька-то, он вздрогнул, глаза открыл и смотрит, да не понимает, что он говорил-то. Это люди одержимые, там ничего нельзя сделать. Это пост и молитва. Пост и молитва. Перестаньте спорить, перестаньте доказывать, не тратьте сами себя на это. Я на этом деле встречался, беседовал, ну и я не просто искал, а выход я, конкретный Байкал. Любому, на... ладно, ты не верь, ни космонавтов не было, что Земля круглая, я тебе докажу, все. Если мы там, я подниму вот так вот над головой, ты стоишь там, а я теперь поднял над головой, где 4 километра, 800 метров. Он говорит: о, теперь вижу, теперь опустил на лед, не вижу. На 50 метров ближе опять видишь. Это уж надо быть не идиотом, а умышленным преступником против своего разума. То есть доказать только одно доказательство. Потому что Каспийское море там где-то не замерзает, где-то волнение, где-то наклон. Идеальное, абсолютное, ни на миллиметр выше нету, лед на озере Байкал. Это я нигде не высчитал. Я просто молился на молитве. Я считаю, это милость Божия. Спасибо, Христос. Вот так. Спасибо, Христос. Не спорьте, я очень прошу, Игорь, не спорьте, потому что вы спорите не с человеком. Дорогие братья и сестры, так, не реши сказать одно дело. Я как раз сам... Готовится лето. В прошлом году тут было так. Поставили у нас замок на калитку. У кого в прошлом году были ключи, я изъял их. Поднимите руки. Так. Кому я вчера дал, теперь поднимите руки те, кому вчера я не давал. Ну, у кого нет ключей? Нету? Отдаю, возвращаю. Спрятать так-то. Ключи эти я, смотрите, что сделал с ними. Подписано, какой дом, и пришил, красный, если упадет где. Нужно это, резинку, и резинку пришить на дно кармана. На дно кармана. Не вздумай потерять. Так, Сергей, передайте. Так. Так, подождите. Так, у Тамары было, да, на? Игорь? У нее не было. У нее был. У нее был ключ. Дежурь. Был, да? Так, дело в том, что Тамара одна приходит. Объясни ей все это. Пришить резинку и чтобы не потерять. Никому не давать. Так, все. Я сколько брал, столько отдал. Осенью все вернете мне опять. У меня не было. Понятно? Спасибо, Христос. Да. Итак, братья и сестры, резюме. Наука и религия не противоречат друг другу. Истинно, ученые, они всегда приходили к познанию Бога. Ломоносов, Павлов, все ученые, которые по-настоящему, не люди от науки, так называемые. Ведь ученая степень означает степень учености. А истинно, ученые всегда приходили к познанию Бога. Через творение Его. И если говорить о Священном Писании, то его нужно понимать только в толковании святых отцов. Вот сейчас еще раз стих про Псалом ты назвал. Не поколеблется. Псалом 103, 5 стих. Ты поставил землю на твердых основах,
не поколеблется она во веки и веки. Не поколеблется. Как же она не поколеблется? То есть имеется в виду, она не сойдется со своей траектории, которую Господь предназначил ей вращаться вокруг своей земной оси и вокруг других планет. А они, даже по их теории, они же считают, что это плоская Земля, а тарелка эта двигается со скоростью 9,8 км в секунду. Она двигается вверх, поднимается все время. Так двигается или не двигается тогда? То есть нужно смотреть всегда толкование святых отцов. И когда Святой Дух вас руководит, тогда вы правильно будете понимать Святое Писание и не будете привязывать это вот к этой ахинеи. Тут еще есть места Писания, и они сразу же противоречат. Вот второе, Исаия 45:18. Бог, образовавший землю и создавший ее, Он утвердил ее. Тут уже никаких столпов нет. Закроем эту тему и, в общем, имейте в виду, что с ними бесполезно разговаривать, потому что они водимы духом лжи. Я по этой теме хотела спросить, а не вредно ли людям, которые, вот, допустим, общаются, ну, мы же все мы разные, и не вредно ли общаться с таким вот человеком? Вредно, вот, вредно. Вот, и спрашивает, а почему Господь дьявола-то не убил? Да, вредно, что дьявол к нам подходит? Вредно. А Иоанн Златоуст говорит, а где бы ты награду получил, как бы его не было? Поэтому Бог знает. А не вредно ли, что Сталин пришел, Ленин, Гитлер? Вредно. А вы-то для чего? Это место поприща. Мы вышли на ристалище. А как ты награду получишь-то? Никак. С Фишером Карпов не вышел. Это Карпов, Фишер не вышел. И все ему присвоили. А все понимают, Фишка. Он не победил Фишера. Еще у меня такое. Помолитесь, пожалуйста, я поеду 4 числа, уезжаю в Ишим, к епископу Евтихию к нашему там зайду. Ну, привет от вас всех. Поклон передавай. Поклон, да. Я на 9 мая туда мы едем, но я пораньше. Ангелохранитель. Вид наберу. Настя. Ну, у меня такая ситуация. У меня часть зарплаты выдали Якову. То есть на птицефабрике. Куриными яйцами. В общем, выдали две коробки. Одну коробку я пристроила, вторую, пожалуйста, кому надо, разберись. Скажи цену. 40 рублей? По 40 рублей. 40 рублей десяток. Так, поможем сестре. Благотворительность по 50 рублей. Давай возьмем, а тут 50. Ты скажи, где дети у тебя? Дети заболели. Сегодня с утра. Вчера несколько себя плохо чувствовал. Его вечером вырвал. Но мы решили его не брать. Мы объявили ему голодовку, что, говорю, все, до моего приезда, пока я с храма не приеду, чтобы не ел, только пил кипяченую воду. А утром раз Фрося вырвала, Ваню вырвала. Что-то случилось. Это коронавирусная инфекция. Мы все переболели. Я тут подозреваю. Дело в том, что у нас не очень хорошая вода. Фильтр. В колодце. Я заставляю детей пить или кипяченую, или воду, которую мы берем из колонки. Ну, они у меня спрашивают вчера такой вопрос задали. Ну, понятно. Задай такой вопрос, это же будет нельзя. Фильтр покупаем. Брат, Настя, фильтр надо. Я хотел, слушай, брат, я хотел вам напомнить, как бы, сейчас вот эти праздники идут один за другой. Ну и люди празднуют в нашей стране очень сильно. А почему празднуют? Ну, потому что какая-то ностальгия пошла в последнее время. Тут. Прям люди прям не могут. Это 1 мая, 9 мая. 9 мая вообще это уже будет центральный скоро праздник. Это я как не пророчество говорю, но вам это последние заметки десятилетия. И не забудьте, что сегодняшняя ночь, это ночь с 30 на 1 мая, это называется Вальпургиева ночь. Когда все бесовские силы устраивают шабаш. И вот на это самое время и приходится этот самый 1 мая. Никакого праздника нет, поэтому в этот день нужно хорошо потрудиться по-христиански, помолиться, да, и всем говорить, что никакой это не праздник. Ну а 9 мая тут уже совсем сложно, потому что церковь 9 мая просто начала прославлять тоже. Отпевают всех подряд, воинов и так далее, всем Царство Небесное. Поэтому здесь нужно осторожнее подходить к этому. Ну вот все. Еще? Надежда? Всем уже не интересует праздник эти. Муха, Надежда. Да, нас объявляю тебе. Да нет, я вот про нас. Ну я вот смотрите, принесла я детям, сегодня показывала, мы изучаем историю Библии, письменности, там такая книжечка, это,
выписала. И вот я им показывала, как выглядит папирус. Вот по кругу пустите, смотрите, кто не видел. Вот такие листочки здесь, дайте людям сначала. Понятно. Просто и мне верните их. Ага. Так, поступила небольшая пляга у нас от Володи с соком березовым. Я говорил, кому надо, по 1,5-2 литра можно было бы налить. И сегодня кто еще принес? Кажется, Зоя. Вот. Зоя Шубина принесла. Я поставила там, в тамбуре. Бутылки там не брать, это не они ли, щукины. Я налил. Кому надо березовки, ко мне подойдите туда. Потому что у кого какие-то там непорядки с почками, это очень хорошее лекарство. Еще у кого есть объявление? Кто каретки будет гнать, постарайтесь, чтобы все тоже назад принести. Потому что я принесла, а деньги лично Насте отдавайте по 40 рублей, можете как-то. Надежда Васильевна, есть объявление. Мне стало известно, может быть, и вам тоже кому известно, о том, что дети войны вот с 28 года по 45 год они получают, выделили им вот с марта месяца и до конца этого года по 2000 рублей получить. Кто в каком году вот родился до 45 года, говорю. Куда ж такие деньги девать? Нет, ну это правда или нет? Быстрее тратить надо. А где соцобеспечение. Соцобеспечение пойти каждому региону. И там все вам расскажут. Но люди получают те, у которых нет льгот. И ветераны исключаются. Инвалиды исключаются. В общем, исключаются. Короче, 2007. Где вторая бумажка? Еще у кого есть объявление, пожелание, просьба, благодарение? Дайте вашу карту. Подождите. С братом Сергием сегодня не получилось связь, но помните, что он с нами, что брат наш ждет нашей помощи всегда. Молимся о нем, не забывайте. А на следующей неделе будет? Я дам ей бутылку, так и снили. Благодать нечистая, Дева, радуйся. И паки реку радуйся, твой сын воскресе. И мертвые воскликнули, люди, веселитесь, светися, светися, новый Иерусалим, и слава Богу Господня на тебе воссиял. Ликуй ныне, веселися сегодня, ты же чистая, красуйся, Богородице, благослови Рождества Твоего. Господи, защити Родину нашу от нашествия иноплеменников, от внутренних растрий, от беззакония, которое в тайне, останови делающих зло. Просвети правителей страны нашей, чтобы принимали мудрые законы и всех начальствующих также просвети и защити. Людей, не познавших Тебя, обрати к истине, чтобы божественная любовь Твоя коснулась каждого сердца. Священники, которые не служат Тебе как должно, пусть покаются в небрежении своем и проповедуют смело и инославным об Иисусе Христе. Господи, праведны суды Твои над Россией за то, что оставили Тебя, и Слово Твое, изреченное в Святой Библии. Прости нас, Господи, Владыка жизни, что сокрыли имя Твое, Бог Иегова, Дух Святой, да наставит нас не признавать никаких иных богов вопия, Авва, Отче. Господи, научи нас семикратно в день прославлять Тебя за суды правды Твоей. Тебе хвала, слава, честь и поклонение, Пресвятая Троица, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Песнопение.